Комплекс замедленного кредитования состоит из 5 объектов. Это мы сейчас на площадке установки замедленного кредитования. Дальше гидроочистка номер 2, гидроочистка номер 3, установка производства элементарной серы и установка производства водорода. Значит, на сегодняшний день установка гидроочистка номер 2 введена в эксплуатацию в сентябре 2018 года. На установке производства водорода в сентябре получен чистый водород концентрацией 99,99%. Установка УЗК уникальна сама по себе, аналогов ей нету в принципе на территории Беларуси. Уникальные операции выполнялись при строй-монтаже, значит, это замонолищивание бетоном. Вызывались уникальные краны, которых на территории Евразии только два, грузоподъемностью 1200 тонн, для того, чтобы смонтировать так называемую коксовую этажерку. На данный момент на объекте УЗК идет завершающая стадия строительно-монтажных работ. Ввод установки УЗК в эксплуатацию позволит существенно увеличить глубину отбора на нашем предприятии, что экономически выгодно скажется на работе всего предприятия. В результате переработки продуктов на УЗК мы получим большее количество светлых нефтепродуктов. Также получим совершенно новый продукт для Республики Беларусь. Это нефтяной кокс, который будет востребован на рынках теплоэнергетической и цементной промышленности. Установка рассчитана на переработку 1 600 000 тонн по сырью. Сырьем установки являются вакуумные остатки переработки нефти. То есть это те продукты, которые раньше безвозвратно терялись. Сейчас с них будет выжиматься дополнительное количество светлых нефтепродуктов, бензины, дизельное топливо, углеводородные газы, ну и, как я уже говорил, нефтяной кокс. Установка производства элементарной серы, она двухпоточная, состоит из двух секций Клауса, каждая из которых рассчитана на утилизацию 3000 метров кубических в час сероводорода. Значит, данная установка позволяет получать продукцию двух видов, это жидкая и гранулирная сера. Значит, в зависимости от спроса этот продукт товарный будет экспортироваться или же за границы нашей страны, или же будет использоваться на предприятиях нашего концерна «Белнефтехим». Значит, производительность по жидкой сере или гранулированной составляет 103 тонны в сутки для каждой секции Клауса. Установка гидроочистка 2 введена в эксплуатацию после пробега в сентябре 2018 года. Она позволила перейти на стандарт дизельного топлива, выпускаемого стандарта Евро-5. Мощность повысилась на четверть, то есть до 1 600 000 тонн готовой продукции в год. Установка была пущена в сентябре 2018 года, входит в комплекс установок замедленного коксования, предназначена для получения водорода. Установка производит 45 000 метров кубических водорода в час.